Уголовно-процессуальный кодекс дополнен статьей, закрепляющей механизм по обеспечению сохранности имущества или иного жилого помещения, остающихся без присмотра на время отбывания наказания осужденным. Согласно внесенным в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации изменениям, законодательно установлен механизм, обеспечивающий сохранность имущества или жилого помещения, остающихся без присмотра на время отбывания наказания осужденным. По ходатайству осужденного судом выносится решение о принятии мер по обеспечению сохранности имущества или иного помещения, остающихся без присмотра на время отбытия наказания осужденным, при отсутствии у него возможности самостоятельно обеспечить сохранность имущества или жилого помещения. В целях обеспечения сохранности жилого помещения с учетом конкретных обстоятельств может быть установлен запрет на осуществление государственной регистрации перехода прав на объект недвижимого имущества без личного участия осужденного, а также запрет на осуществление регистрации граждан в жилом помещении по месту пребывания и по месту жительства без личного участия осужденного. Кроме того, на органы внутренних дел может быть возложена обязанность по опечатыванию жилого помещения и проверка целостности оттиска печати в установленный судом срок по месту нахождения указанного жилого помещения. Перечень мер, обеспечивающих сохранность имущества, не является исчерпывающим. В случае возложения принятых мер, определенных судом на органы государственной власти, органы местного самоуправления в рамках исполнения данными органами своих полномочий, расходы осуществляются за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации. В иных случаях оплата расходов осуществляется за счет средств осужденного.